Здорово! Я знаю, что ты хочешь посмотреть ролик, но именно ты не подписан на канал. Подписывайся на канал, потому что 96% без подписки. Это не круто. Давай, подписывайся. У нас тут круто. Всем привет, сегодня с вами я, Дворд, и сегодня мы будем проходить карту Poppy Playtime в Майнкрафте. Я уже проходил ее. Я ее проходил саму настоящую, но в Майнкрафте я не проходил. Так что давайте начнем. Poppy Playtime. Так, как мы видим, здесь какая-то дверь. Это завод. Окей. Но в другое место мы не можем идти. Окей, в завод так в завод. Надо найти ключи. Мне никак не выбраться. О, я попал. Хорошо. Но мне кажется, я немного неправильно играю. У меня щитов нету, допустим. Могу ломать блоки, ладно. Так. Нам где дверь сломать? Как не знаю, зачем. Стопы. Прикольно. 96 чанков. Почему у меня лагает? 96 чанков. О, ключ, серьезно? Красный ключ. Что-то здесь еще разные ключи. Нет. Тупо в первый попавшийся. Так. Желтый ключ. Так, а где мои руки? Окей, моих рук нет, так нет. О, желтый ключ. Посмотрите, как он выглядит. Двое пяти не дам. Не могу, ладно. Окей, глазовый ключ, хорошо. Либо то что-то будет. Серьезно, почему? О, есть аж зеленый ключ. Окей. Да. По-моему, в оригинальной игре все не так увидела. Серьезно, опять в первый попавшийся. Хорошо, что это за звуки? Он пропал! Ладно, оригинальную игру я проходила. Чем меня можно напугать? Давайте. Не, ну, может я все же испугаюсь? Но... Если я испугаюсь... Это типа хаги? Теперь главный вопрос. Ключ, может быть? Где? Может быть, везде? Я прошел в эту карту с другом, но... Боюсь, у моего друга нету этого Майнкрафта. Так что жалко. Серьезно. Что за бред? Стопы. Еще один единственный ключ. Если это так, то это... О, боже. И. МГ активировать. А, мне показалось, что черный. Ладно, допустим. Стоп, так быстро. Кто создавал эту карту? Пауэрман. Мне надо. Мне кажется, он там стоит. Не, мне кажется, блин. Вот на этом моменте уже можно испугаться.
Ай. Это моя игрушка. Спасибо. Не стоило. Открыто? Нет. Ё-моё. Я хочу... Ух, нифига! Ух, нифига, чё он такой быстрый? Ё-моё! Нет, вот это страшно. Ё-моё, я не хочу оборачиваться назад. Ё-моё! Что это было сейчас? Ё-моё! Что это было сейчас? Я не хотел смотреть назад. Это что за хаги-вуги? Ё-моё! Вот... Почему? Это страшнее оригинала. Почему? Почему? Я тут испугался больше, чем в оригинале. Это слишком жестко. Не. Это было слишком страшно. Что это было? Нет. Я больше не хочу. You open my case. You opened my case. Ё-моё. Почему это так страшно было? Я хочу еще раз пройти. По приколу. Вот просто еще раз посмотреть, как будет выглядеть. Как будет скример. Не, ну если честно, хорошая карта. Хороший хоррор. Если честно, я прям вообще испугался. Вот без шуток. Вот это, по-моему, было самое страшное. Вот когда я увидел в чате «Ох», потом увидел то, что он побежал, по-моему, это было самое страшное. И сейчас он здесь. Это было страшно. Боже, я испугался какой-то фигни. Вот как? Ну давай, Димон. Серьезно? Ладно, у меня есть еще один план. Вообще, во-первых, мне нужен хлеб. Просто я не знаю, как другая еда пишется. Так, и теперь пишем команду. Тут же есть это? Ё-моё, какой ты страшный. Ты серьезно не мог пройти? Скажи, чего я испугался тогда? Того, что ты... Да, я не испугался, вы чего? Вы что, рофлы не понимаете? Да, не, это было не страшно, вы чего? Не, это было не страшно, вы чего? Я просто... Спидран от Хаги, поехали! Ты не пройдешь. Не, ты не можешь, не. Не, если ты пройдешь, боюсь, видео закончится на этом. Ну, когда он пробегает, это прям вообще страшно. Давай, Хаги-Ваги. Не пугай меня, проходи в проход, давай.
Я же видел, как ты в туннель с двух блоков ползал. Давай. Давай я сломаю тебе эту дверь. А если ты сейчас побежишь? Так, лава застряла. Где? Это крыса? Стоп, ладно, каких хаги-ваги я могу еще призвать? Ё-моё! Зачем? Ты не пройдешь. Если пройдешь, я проклинаю тебя. Что не можешь пройти, ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха, не можешь пройти. И не достанешь, ха-ха-ха-ха. Ну зачем мне меня кушать? Бери хлеб. Я пойду, пока. О, как ты страшно ползаешь.